мяч на снегу, и говоря футбольным языком, не ясно, как его обрабатывать. То есть, как принимать, пасовать и бить поворотом. И еще одна проблема для профессиональных любителей. На улице ниже минус 20. Или не проблема? Что мотивирует человека в минус 20 в праздник выходить и играть на снегу? Ну, это в первую очередь желание встретиться с друзьями в праздничный день. Но во-вторых, конечно же, любовь к футболу. Все знают, что у нас есть команда журналистов Алтая. Уже 7 лет мы сражаемся в мини-футбол. И сегодня предпочли такой отдых застолью, так что футболисты встретили мужской праздник в компании правильной белочки. Тем более для многих футбол – хобби с детства. Меня в 5 лет отец научил футбольным финтам. Я посмотрел, как он обращается с мячом, и был просто заворожен. А потом мне отец стал рассказывать, что и он тоже был капитаном сборной Белоярска. У них команда называлась «Ураган». Это был 70-72 год, и они держали там в таком футбольном страхе все ближайшие села. Теперь их дети держат в страхе соперников. Футбольные соревнования среди журналистов, чиновников и многих других специализаций – не редкость, но на снегу впервые. Коллеги-железнодорожники перчатку нам бросили вызова еще в декабре. Но вот пришлось встретиться. Но все выросло до небольшого турнира. Посмотрим, может быть, и станет традиционным. А в первой встрече золото забрала команда Министерства спорта. На вторую ступень пьедестала поднялись журналисты Алтая. Причем в перерывах умудрялись не греться в раздевалках, а еще и соревноваться в пенальти. Андрей Дрейер, Александр Антропов. День с толком.